Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. Казань, Чистополь, Нижний Новгород, Уфа, Воронеж, Краснодар, Саратов и Самара. Три дня на ФОКе «Маяк» сражаются за медали всероссийского молодежного турнира по бадминтону «Самарская осень». Спортсменам нет и 15 лет, но борьба уже с первого стартового матча показала, сборная Самарской области сильна традициями и готова подняться на высшую ступень пьедестала почета. Бадминтон для нашего региона вид исторический, базовый для развития в Самарской области. То, конечно, для нас это очень важно, что к нам приезжают гости из других субъектов, что в этом виде спорта мы традиционно сильны, что мы можем составить конкуренцию другим областям и что нам доверяют проведение мероприятий всероссийского уровня. Четыре возрастные категории, 5 номинаций, медали и рейтинговые очки Национальной федерации бадминтона разыграли спортсмены в личном и парном зачетах, а также в микстах, смешанные пары. Самарский турнир входит во всероссийскую серию гран-при. Финалисты и призеры «Самарской осени» определятся в четверг. Для этого теперь существуют все условия. Бадминтон очень хорошо прижился на самарской земле, имеет хорошее развитие по спортивной части. Прекрасный зал на сегодняшний момент. «Маяк», я считаю, условия очень хорошие. И тренировочные поля, и тренировочные раздевалки, и освещение. Пример для подражания у самарской молодежи отличный. Накануне сборная региона успешно выступила на чемпионате страны. Второе место. Двое игроков выполнили норматив мастера спорта и вошли в национальную сборную. Вообще, самарские бадминтонисты сильнейшие в стране. В каждом возрасте есть свои чемпионы. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы!